Поездил сегодня, погулял, вот, нашел подкову на счастье. Счастью не удалось слегка, ну, может, оно еще будет. Короче, приехал вот это на район, вышел на озеро. Вот, люди тут стоят, а уже собираются. Ну, там вдалеке он, чувак, с велосипедом. О, он поперся. Вот, рыбку ловил. Ну, я так помню, ни хера не поймал. Вот, потому что не видел я его рыбку, которую он тягал тут. Ну, я, короче, что, бросил невод свой, донка называется. Где-то, вот где-то сюда, ну, метров, может, 15-20 от берега закинул. Зараза. Выкидываю, начинаю тянуть, ну, резинка, понятное дело. Ну вот, начинаю тянуть, вытягиваю все крючки, резинка осталась там, удочка пришла обратно. Полный кулек. Тесто был такой сделался, я думаю, на тесто тут хули тут красить, и там всякое такое лазит, верховодка, думаю, ладно, фигня. Ёршики, может, какие-то. А, что я бутылку снимаю? Короче, он кулечек всплыл. Тесто реально такой пакованно собирал тесто, там яйцо, там масло, медика забодяжила. С первого закидона, короче. Ой, ушла моя резинка. Ну, понятное дело, рыбалка не получилась. Вот, короче, там вот тесто это. Ну, закинул я тесто. Ну, вот, разорвал кулечек, дай думаю, рыбкам покушать дам. И сволочь, блядь, всплыл мой кулечек. Я ж так думал, не засирать природу, думаю, в кулечке кину, но он там заляжет на дно, они все сожрут, там этих головастиков, там разных улиток напасется, все, они там выли закопали. Хер там. Ну, то чья-то бутылка водки лежит, и мой собака кулечек всплыл. Жопа, блин. Но зато хорошо, там рыбки он сейчас пасутся возле этого кулечка. Кушает, объедает.